В микрорайоне Мостовая раздают подарки. Для подопечных местного центра здоровья к Новому году приготовили коробки со сладостями. Центр здоровья был создан благодаря активистам территориального общественного самоуправления «Мостовая Слобода». Без малого год назад здесь начали оказывать социальные услуги населению. Раздача подарков – часть этой работы. Второй день даем продуктовый набор нашим подопечным пункта здоровья. Хочу поблагодарить спонсоров. Правда, спонсор у нас скромный, попросил не указывать, кто это. Нам выделили в районе 300 наборов для наших подопечных. Хочу, можно сказать, похвастаться или не похвастаться, или нашим достижением, вот, то, что у нас уже 281 подопечный. Представляете, люди поверили. Любой житель Мостовой, которому положена социальная помощь, может обратиться в центр здоровья. Зарегистрировавшись и заключив соглашение, человек может бесплатно ходить на тренировки, получать консультации врача, хлеб из пекарни. Подарки подопечным центра нравятся. Я уже хожу год. Занимаюсь я здесь йогой. Ну, процедуры тоже, когда ноги лечим. Ну и там все, поем мы. Потом выступаем, ходим, концерты. Так что весело у нас. Центр здоровья на Мостовой стал местом притяжения нуждающихся и меценатов. Здесь готовы помочь каждому. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.